Очередное ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в областном центре. В пятницу около 3 часов дня на улице Нормандии Неман автомобиль «Шевроле» сбил девочку 12 лет, переходившую дорогу в неположенном месте. По словам водителя иномарки, он проезжал во втором ряду, в тот момент, когда в крайнем завершал разворот минивэн. Ребенок выбежал из-за него на дорогу. Шансов заметить девочку до столкновения у водителя иномарки практически не было. К счастью, ребенок отделался парой ссадин, но на всякий случай был доставлен на обследование в больницу. В данном случае в зоне видимости находился регулируемый пешеходный переход, и девочка должна была дойти до пешеходного перехода и перейти дорогу именно на этом регулируемом пешеходном переходе. Она же начала переход в данном месте, и водитель, который ехал по второму ряду, не заметил ее и таким образом совершил наезд.